Было 3 часа ночи, и снаружи палатки завывал ветер, неся снег. Вдруг странные звуки стали раздаваться снаружи, как будто кто-то скребется в стенку палатки. Эти звуки постепенно разбудили спящих туристов одного за другим. Они некоторое время лежали молча, тревожно прислушиваясь. Наконец-то Дятлов прервал тишину. «О май гад! Это же дух горы! Группа! Всем спрятаться под теплые одеяла!» Группа Дятлова. «Ну, у нас же только спальные мешки!» Дятлов. «Значит, мы дайс!» Все такие: «А-а-а!» Дух горы: «У, бля!»